Всем привет! Прошлое видео уже набрало почти 6 лайков, и я решил снять новое видео, вернее, сделать бит в стиле Big Baby Tape. Вот что у меня получилось. В принципе, послушайте, как я это сделал. Для начала взял звук из Сакуры Узумаки и прописал на нем довольно простую партию. Вот как она выглядит. Как-то так. Переходим к драм. Снейр по стандарту, в качестве перкуссии у нас снейр другой, вот так он выглядит. Ну и перкуссия дзинь, играет как open head, как-то так. Кик выглядит так же, как бас, только на одной линии, а бас вот так вот я прописал, как-то так. В общем, в итоге структура у меня выглядит вот так, и я доволен тем, что я сделал. В принципе, послушайте. Что у меня получилось. Я напоминаю, биты пишу несколько месяцев, не судите строго. Как-то так.